конкретно я беседовал с Валентином Николаевичем по семьям, из которых вот эти девочки, нужно быть внимательным. Ну и вопросы киберпреступности. Да, в человеческих сердцах, не только тех людей, которые столкнутся с этими пожарами. Это проведение каких-то надзорных, профилактических мероприятий. Ну, действительно. Сегодня в ходе каких-то проведения проверочных мероприятий пожаров и у нас на районе. Эксплуатация электросетей, электрооборудования. И чем, наверное, она опасна? Последний случай, который у нас произошел в Крошин, проверочные имеются, но на которых они сами... Внесение изменений и дополнений в Конституцию.